11-й день пути новичка уже в игре Mortal Kombat Mobile. И сегодня мы поговорим уже в начале дня, сейчас на часах 2 часа дня. Ну как, начало дня, не утра, а именно дня. И поэтому посмотрим вообще, что у меня получится сделать. Посмотрим, что я реализую именно сейчас, потому что есть о чем поговорить. И, конечно же, продемонстрировать. Буквально вчера я задал вопрос, как можно пройти 20-й поединок, где имеется Джейд Ассасин. Мне многие предлагали играть Серебряным Скорпионом, либо поменять отряд, либо что-то сделать именно вот такое, что реально могло бы помочь, именно в персонажах. Но многие забыли про таланты, и как раз таки таланты мне и помогли пройти без особых проблем 20-й поединок и дойти до босса, чтобы получить 100 душ. Поэтому давайте прямо сейчас мы, конечно же, посмотрим определенно на то, что у меня получилось сделать, плюс параллельно, конечно же, я вам продемонстрирую еще более-менее крутой поединок, где мы будем сражаться против босса. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. В скором времени будет такое мероприятие, как День Святого Патрика. Оно проводится в Америке, вроде у нас особо его не отмечают, но разработчики каждый год добавляют что-то интересное в этот день, и, возможно, даже это будут наборы со скидкой. Поэтому моя 20% скидка на души вам обязательно в этом поможет. Вы экономите деньги, тем самым получаете души, открывайте наборы со скидкой уже на День Святого Патрика. Если кто не знает, когда он, 17 марта. Поэтому я надеюсь, что 17 марта что-то интересное появится. Кто-то предполагает, что это будет обновление, я предполагаю, что будут скидки, потому что обновление и так в скором времени должно выйти, так как будет 9-летие игры. Ну, вот такая вот ситуация на данный момент происходит. И давайте же все-таки посмотрим, куда я добрался. Я добрался аж до последнего босса, Шинока Мстительного. Как у меня это получилось сделать, я сразу же запущу таланты, которые я придумал именно для того, чтобы Джейд как-то усилить. Вот она у меня и называется, вот эта штука, усиление Джейд. Я поснимал практически все, защиту я снял, поддержку, стойку всадника оставил, чтобы быстро накапливать силу. Ну и плюс атака. В атаке я прокачал именно стойку льва, потому что 5% увеличения урона от основной атаки дается. Далее точность, потому что здесь повышение шанса завершающего комбо-удара, но на Джейд лучше комбо-удара не использовать. Далее, опека Линквей, 22% повышения шанса критического урона. Вообще просто не шанса, а критического урона, без шанса. И быстрая реакция, 30% увеличения урона от спецприема 1. Можете рискнуть прокачать тренировку Черного Дракона, потому что здесь идет шанс на критический удар. Но я посчитал то, что усиление урона на спецприем 1 мне будет важнее, потому что именно Джейд я играю через прививку МК-11 и за счет спецприема 1-го. Благодаря вот этой вот тактике получилось пройти, давайте продемонстрирую докуда, до 30-го поединка. Собственно, до самого босса. Это охренено. Поэтому сейчас давайте попробуем собрать отряд, которым я играл. Это был Рейден МК-11. Так, зачем запустилась эта женщина? Рейден МК-11 и Кэсси Кейдж. Сюда давайте поставим обратно блокбрейкер. К сожалению, пока маловато блокбрейкеров. Как только начну открывать наборы за 70к, я, конечно, повыбиваю большую часть блокбрейкеров, но пока нет возможности. Открываю именно серебряные наборы, чтобы вкачать серебряных персонажей. Так, ну и давайте попробуем. Я не знаю, что получится, что не получится с этим Шинаком, но все-таки как-то реализовать этот поединок стоит, и 100 душ лишними точно не будут. Плюс я хочу пройти его. Если вдруг проходить не получится, потрачу 60, в любом случае получу сотку. Этого будет достаточно. Ну и я верю в то, что пройти у меня этот бой получится,
потому что нанесение урона неплохое идет. И я думаю, проблем здесь с победой не будет, потому что тут тычки есть, когда я с критами по 40к могу спокойно наносить без особых проблем. Поэтому если вдруг получится, то я его вырублю очень быстро. Плюс, как вы видите, можно застанить персонажа, если вы пробиваете блок, то он практически ничего не сможет сделать. Ну вот, не 40 тысяч, но 31 имеется. Далее сверху еще пятнашка прилетела. Остается 27 тысяч, но он врубил защиту, поэтому чуть меньше урона. И 14 тысяч сверху. И я думаю, что сейчас, возможно, будет добивающий, а нет, не будет добивающий. А вот сейчас как раз-таки будет. Джейд без особых проблем справилась. Я-то тут переживал, думал, сложный босс, 200 тысяч здоровья, 29 тысяч атака. А оно, оказывается, несложно. Вообще несложно. И вот они, мои 100 душ еще сверху. Вот, вот это классно. Сейчас бы, конечно, мне выбить еще два старших бога, потому что тогда бы я полностью, возможно, осилил бы испытания, прокачав немного еще Raiden МК-11 и кого-нибудь еще. Но на данном этапе у меня только есть два, получается, старших бога. Это, если кто не знает, это старшие боги, все, вот видите, написано старший бог. И у меня их два, а третьего-то нет, нет третьего бога. Вот выбить бы еще одного Рейдена, и это было бы сказка на деле. Но проблема вся в том, что я могу даже и не пройти, кто знает, тут все-таки персонажи достаточно жесткие. Можно золотой набор, конечно, скипнуть за монеты, но в любом случае мне четвертую башню нужно будет как-то проходить. А тут все кардинально сложно и практически невозможно. Поэтому особо запариваться не вижу смысла. Так, давайте перейдем дальше. Классическая башня. Я тут тоже хотел под запись сделать, потому что, ну, вы посмотрите. Дошел до 40-х боссов в смертельной битве. Не это ли сказка? Это же шикарно. Поэтому давайте попробуем тут что-нибудь сделать. Я поставлю, по крайней мере, вот эти вот три великолепнейших персонажа. Да, они не особо прокачаны, кстати, может нет, лучше Мстительного Шинока, у него усиление есть. Не-не-не-не, все-таки один уходит персонаж. Кстати, нет, все-таки давайте вот так вот сделаем. Хотя не знаю, как будет лучше, но в любом случае протестим сейчас на этих двух персонажей, что получится сделать. И получится ли, это самое главное. Поэтому будем прямо сейчас проверять. Все-таки 11-й день как-никак, а мы уже тут боссов вовсю лупим. Ой, не пробил вообще, не пробил вообще блок. Ну ладно, привязка сработает? Да, все, сработало, отлично. Просто я не помню точно, насколько серьезные эти боссы-ящерицы, потому что там то отражение какое-то срабатывает, то еще что-то. Они довольно-таки дикие персонажи. Пришлось, ребят, отвлечься, потому что телефон по какой-то причине зазвонил. Ладно, давайте сейчас, ну, пришлось ответить, естественно. Давайте на данный момент посмотрим, что будет дальше. Пока что 140 тысяч я отнял спокойно, Джейд. Конечно же, тащит. Единственное, что не пробивается. Немножко не пробивается, поэтому в этом есть... О, еще исчезать начал, ничего себе. Но уже 200к мы отняли. Минута 28 секунд еще есть, но при этом 200к, ну тут вот замену уже... Не стоило рисковать, надо было замену делать. Ну вот, я, значит, тут заблочился, конечно, красиво, красиво. Так, снимаем еще одну защитку. А, да, почти 200 тысяч. Не сказать бы, что это прям супер-мега круто, но в любом случае хотя бы так. Хотя бы так отнять 200 тысяч тоже неплохо, я считаю. Да, он здесь добивает, но главное, чтобы не восстановился. Потому что тут какая-то есть трабла такая, то что он восстановиться еще каким-то непонятным образом может. Но я не помню каким, не помню как, но вроде как может. Я ящерицами особо не играл, у меня их нет практически. Ну да, 300 тысяч, даже 300 тысяч получилось этим отрядом отнять. Ну и здесь добивающий будет. Определенно. Это была первая попытка, да, я не думал то, что я пройду этот поединок быстро, 40-й, но в любом случае уже выходит что-то делать, а это уже главное, потому что все-таки как-никак какие-то поединки в любом случае проходятся. Да, сложно, да, не сразу, но проходятся. Тут непонятно, сколько попыток у меня уйдет, может даже и не 5, и не 6, и не 7, кто знает, потому что вот сейчас я 2 трачу, а потом еще у меня 5 сверху будет. Но если я по 300к и дальше буду отнимать, то в принципе за последующие 5 попыток, которые у меня будут, пройти данный поединок я определенно смогу.
Это 100%. Поэтому давайте сейчас посмотрим, сколько у меня на второй раз получится отнять. Потому что, видите, он и блок ставит, и исчезает. И вот потом, когда он исчезает, он контратакует. Видите? Блин, вот насколько сильно здесь работает вот это конченое везение, когда либо он берет и контратакует, и исчезает, либо он не исчезает, и ты тогда проходишь все на ура. Но вот первая игра была 300к, здесь же всего лишь, ну ничего, тут даже сотки, по-моему, не будет. 553, было 580, а сейчас 553. Ну, 535, да. Но сейчас же замена будет. Сейчас же замена будет на другого персонажа, поэтому по факту, ну вот, отнял ничего практически. 300 тысяч, вот ровно 300 тысяч. Это странная ситуация. Но так эта игра и работает по большей части. Мгазота это редкостная. Ну ладно, ладно. Здесь мы пока выходим. Что есть, то есть. Что прошел, то прошел. И здесь у нас есть аж целых... О, отлично, две души забрать можно. И опять остается вроде невыполненных то ли два, то ли сколько заданий. Потому что... А, ну еще бронзовые наборы. Потому что здесь вся проблема в том, что нужно вовремя открывать наборы. Вовремя. А входить в игру вечером с 2 до 5, в принципе, я уже могу, потому что уже практически я это и сделал. Открыть два бронзовых набора и пройти поединки — это не проблема, поэтому уже к вечеру накоплю еще чуть душ. Ну ладно, давайте откроем сейчас тогда все-таки один боевой набор МК-11. Либо нет, я чуть позже это сделаю, я на данный момент не хочу рисковать. Но вот серьезно, я хочу потом накопить все-таки на 2 набора и 2 набора сразу же открыть. Без каких-либо иллюзий. Вот сейчас я открою просто 5 наборов серебряных. Посмотрим на мое везение. Выпадет ли мне Кенши. Кенши не выпадает, надо будет смотреть, что дальше делать. Потому что мне кажется, сейчас большинство карт чисто на продажу будет идти. Потому что, ну так вот логично. Нет, Кенши падает. Ладно, ладно, это хорошо. Кенши серебряный падает, прокачивается до 9-го слияния. Ну давай уже до 10-ки тогда добивайся. Sonya Blade здесь падает. Ну ладно, хорошо, хорошо. Это очень хорошо. Так, маска гладиатора и следующий персонаж Дивора. Кстати, Дивора редко так падает, 3-го слияния всего лишь. Не, отчасти это хорошо. Мне она, собственно, не особо-то и нужна, поэтому... Она, то, что прокачивается, мне все равно, поскольку постольку. Джакс, ну и последняя, давайте карту посмотрим. В любом случае, Кенши выпал, уже, в принципе, ждать от 5 наборов какого-то волшебства неимоверного не стоит. В любом случае, он 9-го слияния становится. Это значит, что, допустим, даже следующий сезон в инфракции уже будет более легким. Ну, как и крипто, например, то же самое, потому что уже можно заходить на первый поединок и проходить. Но я еще вчера, по-моему, говорил в 10-м дне, что не особо это хочется делать. Просто по той причине, что там нужно для открывания этих вот могилок тратить монеты. Не хочу. Вот просто не хочу. Ну, вот такая вот ситуация. Поэтому на данный момент ждем вечера. Я просто буду фармить дальше... души, периодически возможно играть в военных фракций, либо в режиме битвы, чтобы прокачивать левел персонажем, ну и будем ждать и надеяться лучшего. Чуть позже классическая башня в любом случае будет, будем стараться ее проходить. Все, ждем вечера. Наступает, ребят, вечер, 23 часа, я продолжаю играть в игру, вы видели, как я, скажем так, нагнул пару боссов, и сейчас будем продолжать это делать. Вообще, первоначально я думал, что будет сложно именно вот здесь вот справиться, потому что я такой посмотрел, думаю, реально сложные боссы. Ну, Босайба-то я практически добил и всего-то за одну попытку. Решил попробовать не на ролик, а потом понял, то, что на ролик будет интереснее. Все-таки это уже такие, знаете, серьезные боссы для моего аккаунта, но в особенности на 11-й день игры. Поэтому, естественно, это будет круто. Надо попробовать вообще сейчас что-то сделать, потому что есть кое-какие моменты. На 10-й день мне до сих пор пишут советы по прохождению, получается, Джейд, да, Джейд Ассасин. Но прямо сейчас проблем нет. И вы заметили, сколько я здоровья снес? И вот меня тут перебили тупо. Я не знаю, ну, за одну попытку я снес, я не помню, сколько у меня оставалось, но 1500 я снес. А сейчас меня тупо перебили, и все, и я проигрываю. Вот это везение. Тут нет какой-то такой, знаете, статистики прям какой-то определенной в плане побед и так далее. Нет, тебе просто либо везет, либо не везет. Либо ты перебиваешь, либо ты не перебиваешь. Но вот здесь у меня не получилось перебить, и из-за этого проигрыш возник. Но когда я добью, получается, нуба Сайбота, то проблем, собственно, уже никаких не будет. Потому что, ну, камон, какие могут возникнуть проблемы?
когда ты уже, в принципе, положил на Бусайба, то он же не сможет задействовать свою пассивную способность ящера. И тогда ящера просто за счет стана можно будет победить. Ты застанил персонажа, вот как сейчас, например, я его прижал, он ничего сделать не может. И то же самое будет и в следующий раз. Просто тут я спецприемы вторые юзаю, так как он меня перебить в любой момент может. Первый, точнее. Первый. И поэтому вторые пока рискованно. Ну вот сейчас можно попробовать. Но он же исчезает, гнида. Вот он, скотина, исчезает же. И ничего сделать нельзя. Ладно, пускай добивает. Я сейчас разберусь с нубом Сайботом. И потом я выйду, я прям сразу же мгновенно нагну этого чертового персонажа. Как же он меня заколебал, честное слово. Эти нубы Сайботы, они прям норовят, чтобы... Вот не нубы Сайботы, точнее, а вот эти бараки. Бараки-каки. Да, давайте попробуем сейчас добить, наконец-таки. Если она не в блок будет бить, то без проблем. Ну, все отлично, все, я его привязываю. Дальше будет легче. Просто в первый раз он что-то блокировался, не давал ничего сделать. Вот как сейчас, например. Снова блокируется или пробивается тупо. Давай, ну же. Ну, бля, ну серьезно, что ли? Сейчас он тебя еще и победит, блин. Своими блоками конченными. Да уйди ты уже наконец-таки, ё-моё. Сгинь, пожалуйста, спасибо огромнейшее. Не-не-не-не, давай спецприем. И Джейд выскочила. Ну, дура, конечно. Лучше бы Шинаком пожертвовали. Но Шинок не хочет вылазить из своей норы, блин. Все, меня добили. Ладно, все, сейчас я справлюсь. Так, ребят, все-таки я забираю 7800 монет. Все хорошо. Далее снова барака. Нужно было высморкаться, потому что я немножко приболел. Так, ладно, давайте прямо сейчас смотреть, что будет. Сейчас сразу же бараку ящера нагнем, наносим урон, наносим. Видите, у него сейчас нету этой пассивы, и единственное, что он может делать, это пользоваться экипировкой на исчезновение. И накапливать быстро силу. Накапливать быстро силу и исчезать. Все, что он может. Давайте еще один удар сделаем. И еще один, вот он уже спецприем второй накопил. Ну и тут главное его застанить. Если получится его застанить, и он по нам урона не нанесет. Но вот когда в блок бьешь, сразу же лучше меняться. Потому что сразу же, понятное дело, он сейчас перебьет, да, и начнет наносить урон. Ну, скорее всего. Рано или поздно он в любом случае начнет это делать. Единственное, что я сейчас успею Кенша вызвать и истощить его хотя бы немного. Таким образом, я отнимаю 200 тысяч почти, нихера себе. Я даже не обратил первоначально на это внимание. Он блокирует истощение? Нет, не блокирует. Тогда ладно, бьем дальше. Оба, давай, спецприем второй. Давай, наноси его. Я не против потерять на самом-то деле Кенш, потому что даже если я его потеряю... О, все, отлично, я выбил из него спецприемы. Так, и далее, давай, пока не застанил. Блин, он заблокировался. Давай, ну пробивай же ты его гребаный блок-то, ё-моё. И он исчезает здесь. Ну как печально, просто печально. А, Джейд, ну не вовремя ты выскочила на самом-то деле. У него спецприем так-то накоплен второй. А, так, ладно, хорошо. Есть минута, и вызвать Кенша сумеем, возможно. Так, ну ок, заменяемся. И тут он тоже исчезает. Насколько же часто он это делает, блин. Придется на него кучу попыток, наверное, слить. И смотрите, он вообще не хочет наносить спецприем второй. Такое чувство, как будто он стесняется это делать. Он просто бьет руками, он тупо бьет руками, и все, он даже урона не наносит никакого. У него уже X-Ray накопился, он его использовать не хочет, походу. Наконец-таки он это сделал. Все, супер, теперь дальше избиваем его Джейд. Так, отлично, снимаем сначала защитку. Ну, пробиваться он не хочет. Не хочет пробиваться, но когда он бьет по мне, он, конечно, спокойно меня может контратаковать. И когда исчезает, тоже может меня спокойно контратаковать. Но нет, мы держимся. Вот что самое интересное, мы до сих пор держимся. 23 секунды остается. И чем больше я урона за эти 23 секунды нанесу, тем будет лучше. Если я сниму прям очень много здоровья. Все, я его прижал к углу, он сейчас перебить меня сможет. Да, я прижал его к углу. Ну, 300 тысяч ему остается снести. В принципе, это несложно сделать, мне кажется. Эти боссы, они вот прям норовят, чтобы вот я их прошел именно сегодня и за одну попытку. Вот мне это надо сделать. Жаль будет, если я, конечно, не пройду этого босса. Будет обидно, естественно, потому что...
300 тысяч отнять сложновато. Тут, конечно, будет сложно. Видите, вот все, сразу же вначале перебивает. Если в блок бить, перебивает сразу же моментом. Давай, 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 давай. Ну пробей же ты блок ему. Давай, 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 давай. Все, супер. Супер, он здесь сделал глобальнейшую ошибку. Он пытался... Не, вот тут надо меняться. Тут надо меняться, потому что видно, что он любит блоки. Он любит их ставить. Он не хочет пробиваться. Поэтому нам нужно задействовать всю силу Кенши. Отлично, вся сила Кенши была задействована. Но он тут исчезает. Блин, вот еще проблема-то, что исчезает. Мало того, что в блоке постоянно, так еще и исчезает на постоянке. Это вот неправильно, я считаю. Так, тут замена. Знал, знал, что так будет. Знал, вот просто чувствовал. Не, не добьем мы этих персонажей. Не добьем 200 тысяч. Все зависит от везения. Вот видите, она впервые только за несколько поединков исчезнуть решила. При том, что шансов было довольно много на то, чтобы заюзать это исчезновение. Но я вместо того, чтобы бить просто, я в блок бью. Наконец-таки пробил. Ну и сейчас он меня перехватить в любой момент может. Если мне будет вести, конечно, я его застаню, и он меня не перебьет. Но что-то мне кажется, это ненадолго. Так, так, так. Наносить спецприем второй нет смысла, он у меня не прокачан, поэтому если кто-то кричит: «Наноси спецприем 2, ты его добьешь!» Нет, нет, не добью, не добью. Как всегда, сейчас останется мало здоровья, там 1010, и я проиграю. Ну да, логично, логично. Ну, рано или поздно он должен был меня перебить, он и перебил. Ну, в любом случае, уже завтра я его на 12-й день одолеть-то сумею, это 100%. Но сам факт, вот видите, типа... Все хорошо бы было бы, если бы он меня не перебил. Ну а так, конечно, придется на завтра его оставлять. Как и всегда, как и всегда. Так, двигаемся дальше. Давайте посмотрим, что с Жаксом можно будет сделать. И можно ли будет с ним что-то сделать. Но я надеюсь, что на 90-м поединке у Жакса не будет 250 тысяч здоровья. Поэтому пройдем его достаточно... 700 тысяч, ладно. За две попытки будет сложновато, конечно, одолеть Джакса, который истощает на постоянке, и плюс еще может защиту все врубать. А плюс исчезает, скорее всего, я не проверил по экипе, что у него там стоит. Но может быть даже на исчезновение не самая топовая экипа, ну и по прокачке имеется в виду, не 10-го слияния. Поэтому пока исчез только один раз. Ну а так, вроде бы щитки снесли. Да, он еще и увечья вешает. Вот, я вспомнил. Он еще и увечья вешает. Мразота. Редкостная прям мразота. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Блин, вы посмотрите, что он сделал. Он просто взял меня и контратаковал. Так, ладно. И он на постоянке в блоке. Его даже заставить нельзя. Он просто, он читает каждый мой удар и перебивает его. 685 тысяч. Не, с ним возни будет побольше, чем я думал. В разы больше. Эх, добьет, да, да. Не, не, ребят, его я за две попытки тоже не пройду. Ну, просто всего на нем понавешали. И исчезновение, и блок не пробить. Плюс параллельно еще и увечья он вешает. Я не знаю, как сейчас Шинок его добивает просто-напросто. Потому что Шинок, видимо, красавчик в этом плане. Если я хотя бы до 300 тысяч его добью Шинком, тогда еще шансы есть на победу. Но мне кажется, он в любой момент меня перехватит и не добью я его. Так, ну и да, вот он еще исчезает, поэтому спецприемы мимо летят. Отлично, отлично, прям задействовано все было на ура. Давай, не, не. Не, ребят, не, это невозможно, это нереально сделать. Когда вся проблема не в том, насколько ты хорошо играешь, а в том, насколько часто тебя будут перебивать, либо наоборот не перебивать. Так, может быть, я усилю персонажа, не помню, что на нем стоит. Вот, да, можно вот эти вот, короче, благородный изящный щит поменять на самое ценное воспоминание. Вроде увеличение урона есть, просто здесь шанс критического удара больше, но так увеличение урона, может, мне это как-то поможет. Давайте посмотрим, по крайней мере, если это как-то поможет, будет хорошо, не поможет и ладно. Не особо что-либо теряю, потому что, ну, а что я теряю? Ну, я и так нагнул систему в плане прохождения этих боссов. Блин, увечья он прям вовремя повесил. Не успел на него нажать, и тут он исчезает, и наносит урон, и ему посрать то, что... И он снова исчезает. Ну, вот, опять же, везение. Либо он перестает исчезать, либо он по КД мне вешает увечья и сам испаряется куда-то. Третий раз испарился. И все, и перебивает.
Типа, камон, вообще ничего не сделать. Это нереально. Тут все от факта везения зависит. Либо ты ему пробиваешь блоки, наносишь спецприемы, либо вот, четвертый раз подряд исчезает. Четвертый раз подряд. Как? Как он это делает? Сейчас я не удивлюсь, если пятый раз подряд. Нет, не исчез. Я до сих пор не понимаю, как он это делает. Просто исчезает и исчезает, исчезает и исчезает. Ну, тут я бы схватить его хотел бы или нанести хоть какой-то урон, потому что спецприемами первыми все равно ни хрена не наношу. Плюс у него защита стоит, плюс мне вырубили шинок. Ладно, добивай уже. Да давай, наноси урон. Блин, не хочу я запариваться с этими персонажами, когда вот такая дресня происходит, где 4 раза подряд персонаж исчезает и плюс вешает увечья по КД. Но это отстойно, это реально отстойно. Сопротивление отрицательным эффектам у меня здесь стоит, но толку. А, нет, здесь не стоит, я вроде... Да-да-да, я на быструю реакцию ставил, все. Ну, опять же, вот такая вот ситуация. Кстати, крипту уже 699 сердец набил только лишь за одну ходку. Но при этом потерял на монетах. Видите, у меня только 135 тысяч нафармлено. Поэтому с боссами дичь. Мстительный шинок пока ничего. Но давайте открывать наборы и смотреть, что будет. Начнем, конечно же, с... наборов, не за 70 тысяч серебряных, конечно же, наборов. 4 штуки открываем в надежде на то, что выпадет последний кенши. И после открываем 2 набора алмазных. Так, смотрим, что у меня здесь. А здесь у меня спецприем, бог грома и Кэсси Кейдж. Ну, кстати, тоже неплохо. Кэсси Кейдж пускай прокачивается, 7-го слияния становится. В целом, неплохой такой результатик будет, если я ее прокачаю до 10-го слияния. Ну и, соответственно, конечно, 60-го левела Кано. Ну, Кано, он у меня уже прокачан. Так, хорошо. Еще мне падает перчатки скандалиста Дивора. Кстати, да, Дивора прямо она какая-то аутсайдер практически, потому что она почти не прокачивается. И здесь снова Дивора. Все, она начала качаться. Она стала 5-го слияния. Но другое дело, всего лишь 4, но зато каких персонажа. Внешний мир начал потихоньку качаться. Это хорошо. Так, ну и давайте. Боевой набор МК-11. Открывать его начинает, конечно же, Катя. Выходит, да. Выходит она, скажем так, на передовую ща, и открывает ща, набор. Ща, давай. Ща будет. Давай. Нет, ты должна мне, как и вчера, выбить алмазную карту. У меня, да, вчера была алмазка. Судя, и сегодня должна быть алмазка. Логике. По логике вещей она должна падать 2 раза подряд, а потом не падать 3 раза. Вот. Вот такая вот статистика. Так, делаем ставки. Давай, делаем давай. И мне падает, и мне падает. Ну ладно, у тебя еще один набор, может повезет. Помните, я говорил про аутсайдеров? Вот видите пассивку Кэсси Кейдж? Вот Дивор аутсайдер, и любая атака против аутсайдера... Ладно. Ну, Катя, она всегда, вот она всегда. Вот, вот, так, вот. Вчера я тебя алмазку выбрала. Ну, так это вчера было, сегодня уже новый день, новые, скажем так, возможности. Ладно, давайте еще одну откроем. Возможно, сейчас мне повезет, и я выбью нечто интересное. Ну, вот кто знает. Вдруг мне выпадет снова Джейд МК-11, и оно станет 3-го слияния боссов. Вот так вот нагну. Новый уровень и Скорпион МК-11. Ребят, просто понимаете, вы понимаете, кто здесь тащит? Кто здесь тащит? Слушай, что-то все алмазки не выпадают. Вы понимаете, вот оно везение, вот оно, еще одна алмазная карта. Каждый день алмазка. Каждый день алмазка. А почему у Кати нет алмазок? Потому что она души не набивает. Вот. Почему некогда? Ты можешь каждый урок, когда... Ну, грудничкам преподает географию. Просто брать и открывать наборы. Ты говоришь что-то там про Африку, либо Скандинавию. Такая, извините, у меня тут часовые задания. И да, дальше да, рассказываешь. Да. Проблем-то нет, я считаю. Эх, хорошо. Еще одна алмазка в коллекцию на 11-й день. Это шикарно. Это шикарно. Я хочу прокачать сейчас Скорпиона, потому что Скорпион теперь может станить. Он может станить, и в принципе мне урона наноситься вообще никакого не будет. Поэтому отчасти Скорпион это имба. Это прям имба-имба. Мне выпала имба на 11-й день. Так и ролик, наверное, назову. Выпала имба. Повезло, куча боссов, имба. Что-то типа того будет. Нет, это шикарно, ребят, это шикарно. 11-й день просто-напросто начинает шикарным быть.
Я не знаю, почему пишет 9.41, потому что вот на моих часах написано 23.21. Почему я, когда записываю, мне все время выдает 9.41? Я без понятия. Может, баг какой-то или еще что-то. Но на часах 23.21, вот, видно же. А вот такая вот ситуация, в общем-то. Да, в 23.21 уже 14 марта. В скором времени уже 15, буквально через 40 минут. Как раз-таки начнется 12 день. И на 12 день, я надеюсь, все будет шикарно. Вот такая вот ситуация. А сейчас я уже начну, наверное, прокачивать Скорпиона. И посмотрим завтра, насколько далеко я дойду и насколько быстро я сумею победить вот этих вот всех боссов. Всем пока и до новых встреч. Увидимся уже завтра.